10 лет назад в Лесногородском отделе полиции работало 12 участковых. С тех пор в поселении построились микрорайоны «Гусарская баллада» и «Дружба Монолит», разросся сам лесной городок, появились новые садовые товарищества. А должностей участковых уполномоченных в местном отделе полиции как было 12, так и осталось. Естественно, нагрузка многократно выросла, но служба есть служба. Каждый день лейтенант полиции Сергей Терентьев обходит свой участок. Сегодня главная тема – профилактика мошенничества. Если такие граждане к вам обращаются и настойчиво пытаются в квартиру пройти, либо там деньги даже просят, сообщайте либо мне лично, либо в отдел полиции. В зоне ответственности Лесногородского отдела полиции непростая территория. И мошенники сюда, к сожалению, наезжают регулярно. Их ловят, но от этого число желающих поживиться за счет людской доверчивости не уменьшается. На территории Московского региона участились случаи мошенничества в отношении пенсионеров. Один из самых слабо защищенных слоев населения. Приходят к пенсионерам под видом работников социальных служб пенсионного фонда Горгаза и, отвлекая их, забирают у них последнее, которое люди хранят там на похороны, на черный день. Либо звонят и говорят, что близкий родственник попал в беду, нужны срочно деньги. Люди в попыхах ночью бегут банкоматами, перечисляют данные деньги. Ситуация осложняется тем, что мошенники маскируются под реально работающие социальные службы или предприятия ЖКХ. Разница в том, что о работе на их территории нормальных организаций в отделе полиции знают. Поэтому, если в вашу квартиру неожиданно позвонили, расспросите визитеров через закрытую дверь о причине прихода и перезвоните в свой отдел полиции. Вот эти вот люди, которых сейчас первых назвал, они приходят на милицию, в полицию и предупреждают, что мы вот сегодня будем ходить там-то, там-то, предлагать свои услуги. У нас есть документация их, мы все это проверили уже, фамилии их записываем, пробиваем по базам, нигде ли они, ксерокопим их паспорта и все остальное. А вот другие, представляясь, примерно той же службы, липовое удостоверение, заходят, один разговаривает с пенсионеркой, второй пошел посмотреть якобы. У них чутье знают, где лежит денежка последнего пенсионера, это забирают и уходят. Известная мудрость гласит: кто предупрежден, тот вооружен. Участковый Сергей Терентьев старается побеседовать с как можно большим числом местных жителей. Просит их делиться информацией с соседями и знакомыми, расклеивает в подъездах специально подготовленные листовки. Если они попадутся вам на глаза, остановитесь и обязательно прочтите. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».